Добрый день, обзор на iPhone 11. Менялся аккумулятор, менялся дисплей, отсутствуют болты, внешнее состояние хорошее. Аккумулятор у нас, получается, не показывает проценты. Фейс. Фейс работает, срабатывает. Протон, кстати, тоже. Контроллер прошит. Дисплей сервисный оригинал, по-моему, типа. Дисплей стоит типа Рига. Хороший, все работает. Динамики работают прекрасно. Кнопки прибавления, убавления громкости работают. Флажочек у нас бесшумного режима также отрабатывает отлично. Камера работает хорошо. Ширик также. Фронталка работает хорошо. Подключено зарядное устройство, заряд принимает. Подключен к Wi-Fi. Wi-Fi у нас также работает. Все функции работают, телефон полностью исправен, без комплекта.